это будет несколько необычно. Ну что же. Ты позвала меня, и вот я здесь. Я знаю, что иногда забывала тебя. Я всегда рад тебя видеть. Просто я снова начинаю надеяться. Столько раз надежды разбивались. Не сосчитать. Мы как будто живем в комнате, где на стене висит плакат. Мы пялимся на это и думаем, что весь мир — это и есть комната и плакат. На плакате что-то симпатичное. Пейзаж или, может, известный актер. Совсем как в том фильме про тюрьму. Комната — это и есть тюремная камера, в которую мы сами себя и сажаем. Картину же каждый из нас видит по-своему. Но все это лишь ложь. Лишь ширма, скрывающая правду. Они нам врут. Мы врем сами себе. Комната — это не весь мир. Наш мир намного больше и удивительнее. Плакат на стене лишь скрывает проход в настоящий мир. В комнате мы в безопасности. Но иногда, что-то по ту сторону плаката зовет тебя к себе. Я здесь. Зачем же ты позвала меня сюда?